Это коллегия Винтерхолда. Безопасная гавань для магов Скайрима. Сокровищница мудрости и тайных знаний. Мы единственная оставшаяся группа в Скайриме, изучающая тайные искусства. Есть, конечно, и другие ученые, но они работают поодиночке и часто вынуждены скрываться. Пусть слава Винтерхолда осталась в прошлом, но коллегия живет. Много знаний ждет тебя в ее стенах. Еще один ученик. Ты из тех, кто верит, что сможет изменить мир? Или твои запросы не идут дальше честолюбия? Уверяю вас, я буду наблюдать за вами, за всеми вами, очень и очень внимательно. Добро пожаловать в коллегию. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но может она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну что, начнем? Ничего. Переходи мост на свой страх и риск. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. О, прошу прощения. Почти все, кто приходит сюда, уже что-то знают о коллегии. Это коллегия Винтерхолда. Безопасная гавань для магов Скайрима. Сокровищница мудрости и тайных знаний. Мой долг — помогать тем, кто ищет мудрости в коллегии. И если мое присутствие поможет отвадить тех, кто хочет причинить нам вред, тем лучше. Более важный вопрос — зачем здесь ты? Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? А, план бессмертных. Говорят, что он источник всякой магии. Воистину, это благородная цель. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Отлично. Заклятие страха спасло жизнь многим магам-иллюзионистам. Примени его на эту печать на земле. Так ты докажешь свое искусство. С нетерпением жду этого. Слава Винтерхолда осталась в прошлом, но коллегия живет. Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста,
Иди за мной. Много знаний ждет тебя в ее стенах. Коллеги, это сокровище Скайрима, хотя некоторые предпочитают не замечать и не ценить этого. Она мастер-волшебник, глава коллегии Архимаг Аарон, но на самом деле всем заправляет Мирабелла. И тебе стоит помнить об этом. Мы единственная оставшаяся группа в Скайриме, изучающая тайные искусства. Есть, конечно, и другие ученые, но они работают поодиночке и часто вынуждены скрываться. Поговори с Мирабеллой Эрвин. Ее покои в зале поддержки. Но найти ее можно где угодно в коллегии. Пусть слава Винтерхолда осталась в прошлом, но коллегия живет. Много знаний ждет тебя в ее стенах. Это заклинание, которое блокирует магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое решение. Вы, наверное, привыкли, что Империя склоняется перед каждой вашей прихотью. Но, боюсь, талмарцы не потерпят такого обращения. Вы гость коллегии, и вы находитесь здесь с разрешения Архимага. Надеюсь, вы цените эту возможность. Да, конечно. Моя благодарность Архимагу. Очень хорошо. Тогда позвольте откланяться. Еще один ученик. Ты из тех, кто верит, что сможет изменить мир? Или твои запросы не идут дальше честолюбия? Уверяю вас, я буду наблюдать за вами, за всеми вами, очень и очень внимательно. Мы с твоим начальством просто обсуждали уровень моего доступа к делам коллегии. Тебе об этом не нужно беспокоиться. Я вполне способен проследить за всем, что здесь происходит. Я советник Архимага. Талмар желает наладить сотрудничество с вашей коллегией. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Теперь, когда в отношениях между Доминионом и Империей наступил период стабильности, мы хотим лишь добра Скайриму. Мы хотим помочь его жителям преодолеть переходный период, указать им путь к лучшему будущему. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Добро пожаловать в коллегию. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но, может, она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну что, начнем? Чудесно.
Следуй за мной и не отставай. Коллегия Винтерхолда существует в Скайриме на протяжении многих тысяч лет. Ее зал стихий очень знаменит. Это главное помещение для лекций, практических занятий и общих собраний. Арканиум находится над залом, а еще выше апартаменты Архимага. Формально он заведует коллегией, однако он очень занятой человек, так что ежедневными делами занимаюсь я. А теперь прошу, я покажу тебе общежитие. К сожалению, нам приходится придерживаться строгих процедур допуска из-за некоторых проблем с местными нордами. Мы не ждем настоящего нападения, но быть готовыми к нему никогда не помешает. Даже учитывая тот факт, что коллегия очень толерантна к своим ученикам, есть границы, через которые нельзя переступать. Знаешь, говорят, что знание само по себе награда. Наши новички живут здесь, в зале одобрения. Я очень прошу тебя не повышать голос в помещениях, поскольку другие, возможно, в это время работают над исследованиями или сложными экспериментами. А теперь я покажу, где будешь жить ты. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Скоро ты с ними познакомишься. Здесь ты будешь жить. Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся уважать других. А теперь мы вернемся в зал стихии, где большинство членов коллегии собирается для лекций и практических занятий. Вначале ты будешь учиться у Толвдера. Он один из наших самых уважаемых волшебников. Толвдер, по-моему, уже произносит речь перед новичками. Иди туда, и если у тебя возникнут сложности, сообщи кому-то из старших. Прошу, обращайся к Архимагу только в случае крайней необходимости. Никто от тебя ничего не ждет. Коллегия служит для того, чтобы свободно изучать и практиковать магию. Мы лишь надеемся, что обо всех открытиях, что ты сделаешь, первыми узнают другие маги коллегии. Тогда мы все окажемся в выигрыше. Добро пожаловать! Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии.
Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Вот как? Видите, она тоже согласна. Почему вы нам что-нибудь не покажете? Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия оберегия? Для того и нужен этот урок. Самое время попробовать. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Тебе нужно поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Стой смирно. Великолепно. Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала, неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Прежде чем ты начнешь расспрашивать, да, мои предки не мыслили жизни без магии. И нет, я не хочу об этом говорить. Да, я знаю, что в Винтерхолде проживало множество моих сородичей. И нет, меня не смущает, что теперь они все уехали. Еще вопросы есть? Нет, пожалуй, нет. Меня зовут Бреллина Марион. Я из дома Телвании. Первая из рода, кто покинул Моровинд с весьма давних времен. Теперь я изучаю здесь заклинание колдовства. Это для меня сейчас главное. Да, особенно ничего. Только что он очень-очень древний. Думаю, это был один из первых городов людей в Тамриэле. А разве ты не знаешь? До кризиса Обливиона многие эльфы называли Винтерхолд своим домом, а каждый год в коллегию из Моровинда приезжали все новые даннеры. После кризиса недоверие к магии осложнило жизнь очень многим. Некоторые предпочли уехать, чтобы не терпеть ненависть местных нордов. Другие вернулись домой после Красного года, когда извержение Варденфелла вызвало огромные разрушения. Сам же Винтерхолд с годами пришел в полное запустение. То, что ты видишь, лишь пустая оболочка. Только коллегия уцелела. Лично мне совсем не нравится, как он на меня смотрит. Как будто ждет. То ли пока я взорвусь, то ли пока попытаюсь его убить. Но он явно никому из нас не доверяет. Пока да. Уже потому, что тут никто не говорит мне, какой великой я обязана быть. Я просто хочу учиться, а не думать о чужих ожиданиях. Я лучше пойду. Ты здесь?
здесь недавно, да? Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях школы разрушения? А, это хорошо. Но Дзарга выучит их первым. Хорошо, наконец-то, оказаться среди магов, которые могут угнаться за Дзарго. О да, Дзарга надеется найти реликвии, которые его сделают могучим магом. Лучше всего маленькие штучки, которые влезут в карман и которых никто не хватится. Маги в Сиродиле только и думают о политике. Синод и Лига Шепотов слишком заняты защитой своих секретов, чтобы заниматься еще и обучением. Дзарга не слишком рвался именно в Скайрим, но Винтерхолд не вмешивается в политику и занимается именно обучением. Здесь Дзарга станет великим. Дзарга уверен в себе не просто так. Магическое искусство, обаяние и сильная воля. Дзарга достигнет успеха, в этом нет сомнения. О, ты ошибаешься. Ты не можешь согласиться со мной по одной единственной причине. Ты проигрываешь мне и не хочешь это признать. Быстрая охота. Недавно здесь, да? Я надеялся, что здесь будут и другие норды. Но, увы. Большинство просто боится магии. Если ты не можешь прокрутить ее над головой и разбить ею пару черепов, норды не хотят иметь с ней дело. Они думают, что магия для эльфов, для слабых. Только без обид. Я знаю, что он из Талмара, и что тут он якобы просто советник. Знаю и то, что по-настоящему никто ему не верит. Так что просто стараюсь не попадаться ему на глаза. Ну, все довольно очевидно. Норды вообще не доверяют магии. Начнем с этого. А потом еще кризис Обливиона, который вызвали маги, и нынешние проблемы с талмарцами, эльфами и по совместительству магами. Наконец, не забывая о том, что когда большая часть Винтерхолда обрушилась в море, уцелела только коллегия. Благодатная почва для ненависти. Совсем нет. Это настоящее счастье. Моя семья была убеждена, что если я сюда приду, то подпишу себе смертный приговор, и даже хуже. Мне пришлось годами их уламывать, что моя судьба здесь. Ладно. Скайрим и Эльсвейр — полная противоположность. Но магия... Магия везде одинакова. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя среди них. Ты здесь относительно недавно, да? Я видел тебя несколько раз, но мы еще не общались. Тогда позволь представиться. Я Савос Арен, архимаг коллегии Винтерхолда. С гордостью могу сказать, что здесь преподается и изучается почти любой аспект магических искусств. Но я не потерплю каких-либо исследований или экспериментов, которые могут нанести предумышленный вред другим магам коллегии. Я достаточно ясно выразился? Нет, это редкость. Конечно, иногда нужно идти на риск, но я пытаюсь избегать преждевременных смертей. Кроме того, нам нужно избегать дальнейшего ухудшения отношений со Скайримом. Предназначение? Полагаю, оно очевидно. Магия — могущественная сила, а не пугало для простолюдинов и игрушка для политиков. Магия создает миры, дарует рождение и смерть. Она заслуживает уважения и тщательного изучения. Здесь, в коллегии, мы можем сосредоточиться на постижении магии, не отвлекаясь на трудности повседневной жизни. Самые ранние документы, что я видел, датированы концом второй эры. Что было раньше, трудно сказать. Боюсь, события последних столетий стоили нам значительной части нашей истории.
Великий обвал, как его теперь называют. Ужасная природная катастрофа, опустошившая эту местность. Коллеге повезло гораздо больше, чем Винтерхолду, но и нас это событие затронуло. Никто не знает причины. Кто-то полагает, что всему виной извержение Красной горы, проявившее себя таким странным образом годы спустя. Я знаю, что кое-кто обвиняет в катастрофе коллегию. Уверяю тебя, мы не имели к этому никакого отношения. До встречи.